Друзья, всем привет! Сижу сейчас, смотрю на свою машину. Чего же еще не хватает по внешке? Думаю, скорее всего, не хватает вот этих коробок. Да, коробки, как-никак, кстати, подойдут в эту машину. Ну, а если, пацаны, серьезно, то лежит здесь оптика перед, зад. Все уже со светодиодами, уже современная оптика. Плюс туманочки, как я говорил, что будут более четкие, чем обычные, которые я покупал и даже не подключил. Она у меня к тому же уже треснула. Смотрите, ребят, вот она там трещина пошла. Откуда ты, зараза, треснула, когда ты еще новая падла вонючая? Я не знаю. У нас сегодня будет в круг новая оптика, потому что, ну, это обычная. Наконец-то сделаем саблю, потому что придется нам снимать бампер. Ну и задние стоп-сигналы, конечно же, тоже поменим полностью на диодные, чтобы уже не лампочки стрёмные были. Она, оптика, уже будет затемненная. Ну что мне вам рассказывать? Давайте я быстренько распакую, покажу. В предыдущих выпусках я покупал уже лампочки, чтобы они уже горели не желто, а белым под ксенон. Это в ближний свет. Вот сюда у нас современная супер-пупер лампочка, которая выглядит вот так вот большая. Плюс я красил уже сам саблю, она у нас вот таким вот цветом получилась. Я все-таки решил, что она будет глянцевая, потому что матовая не очень. К тому же значок покрашенный тоже вот так вот он будет стоять. Вроде бы должно быть красиво. Что касается уже туманок, что касается всей оптики, конечно же, я это все дело покупал в компании RS Motor. Потому что там обширный выбор тюнинга, потому что там лучшие цены на товары и потому что там действует промокод Абрам, чтобы получить 7% скидку. Это лучшее, наверное, предложение на рынке. Цена-качество изумительное. Туманки, как мне сказали, как я пообщался, на 50 ватт. Есть на 30, есть на 10, есть на 7,5, эти на 50. Мне сказали: Абрам, ты, возможно, даже не будешь включать ближний свет фар, они будут так лупить туманки, что мама не горюй. Вот это красота. Во-первых, внутрянка у них черная, просто бомбезные туманки. А во-вторых, они, конечно, уже светодиодные. Диоды, смотрите, как выглядят. К тому же мне прислали полностью комплект для подключения заглушки SE. Вы часто меня просили: Абрам, поменяй эти рыжики, поменяй рыжики. Я никогда SE не ставил. Решил, что у нас уголек будет полностью черный. Вот такие вот просто заглушки. Они не светятся. Не хочу, чтобы здесь еще были, потому что мы чуть позже подключим поворотники. Данный видеоролик выполнен при поддержке компании 1xbet, где самые большие коэффициенты и быстрый выплат. А если ты перейдешь по ссылке в закрепленных комментариях, то получишь 6500 рублей на первый депозит. Переходи, регистрируйся и получай крутые бонусы. Наклеечка Sport, ее обычно клеют либо куда-то вот сюда вот, ну, короче, на решетку. Скорее всего, я не буду этого делать, потому что многие мне сказали: не надо, не надо, ну у тебя ж черныш дынчик. Так что оставьте комментарий, позже наклеить мне эту наклейку или нет. Ну и также комплект для подключения противотуманок. Вот так это все дело выглядит. Проводка, кнопка. Потому что комплектация у меня не самая богатая. У меня даже нету здесь ни проводки, ни кнопки. Чтобы нам все это дело подключить, видите, уже штатно с разъемчиками. Вот такой есть комплект. Тоже в RS Motor заказывал, покупал. Задняя оптика у нас выглядит практически как сток. Вот эта часть, она более затемненная уже идет. Не такая красная, но уже как станет. Тонировка, эффект тонировки. Вот эта часть обычная беленькая, все хрустальное, все на диодах, как вы видите. Когда будем ставить, я вам это еще раз покажу. Передняя оптика у нас, конечно же, уже вот такая вот крутая. Во-первых, вот это у нас такая получается, как а-ля Audi, да, вот это вот ресничка, или как ее назвать. Когда я буду включать либо ближний, либо, скорее всего, габаритки, она у меня будет загораться, такая диодная полоса. Внутрянка у нее черная. У нас уголек, вы сами понимаете, черная, и здесь должна быть черная качественная. Так что давайте быстрее уже поедем к электрикам. Все это хочу дело поставить, протестировать, сделать чумовую решетку, потому что так уже достало ездить. И в конце серии помыть машину. У нас сейчас снегопады, дожди, каши, все это тает. Короче, грязюха неимоверная. Грузим все это и бегом все это дело ставить. Опа, мы под стробоскопом, всем скопом, поздно звонить копам, топай. Ну, этот звук Гелендвагена. Вот это гонка, я понимаю. Вот такая у нас сейчас погода. Мыть машину просто нету никакого смысла. Просто мрак. Новосибирский мрак. А
обязанности наши немножко разделились. Я сейчас займусь стоп-сигналами. Тут очень просто их менять, два болтика открутить и вытащить. Какие могут возникнуть проблемы? Потому что новая оптика уже диодная, это обычная. И, как правило, не всегда все загорается. Есть всякие там релешки, чтобы смотреть. Ну-ка, сейчас посмотрим. Откручиваем этот стоп-сигнал, откручиваем этот и ставим уже новый, а там уже разберемся. Для сравнения, вот так вот выглядят новые стоп-сигналы, вот так вот старые. Вот эта часть, видите, более затемненная такая, как под тонировкой уже получается. Ну и везде стоят диодики. Минут готово, пока там ребята занимаются передней частью автомобиля. По-моему, смотрится неплохо. Включаем габаритки. Чинк. Не, ну разница уже видна. Или лампочка горит, либо диодики. Вопрос в другом. Сколько они прогорят? Не будут ли они перегорать? Но многие, кто так ездит, вроде бы не жаловались. Сейчас нажмем стоп. Ну, они те же самые горят. Да, ярче, да? Аварийка. Ну, тут тоже поинтереснее. Не, ну прикольно. Разница прям заметна, колоссальна. Ну все работает без переделок, не надо ничего менять. В штатном режиме все стало, все закрутил. Но это по задней части еще не все. Подсветка номера что-то вообще не горит у меня. А лампочки новые я купил. Осталось сейчас с подсветкой еще разобраться. Вова уже подсоединил одну фару, сейчас будем тестировать, как она выглядит. Ага, вот это Audi, Вов, ты включил режим Audi. Дневной ходовой загорелся, ага. Прям вообще мощная лампочка, прям. Ай, красота, ой-ой-ой, вообще, Вов, космос. Это ты сейчас что сделал? Это вот как раз дневной ходовой. А, ну вообще, а, это габариты загораются. Угу. Ну все, и то это горит. Вообще космос просто. Да, сейчас ближний. Ой-ой-ой, ага. И поворот. Ну да, вот это я понимаю, уровень. Вот это уровень. Я когда жене делал предложение, не стоял на коленях так, как я стою сейчас перед Грантой, и просто ей поклоняюсь. Вада Гранта. Ляпота. Вот наконец-то уже установлена сабля. Вы давно меня просили, когда будет решетка радиатора. Законченный вид. Уже практически все готово. Мне кажется, значок он все-таки нужен. Потому что без него тоже как-то уныленько смотрится. Но сейчас вроде бы неплохо. Туманки уже тоже подсоединили. Мне их нахваливали. 50 ватт. Вова говорит, такие редко где встретишь. Обычно в 25, да, где-то 15, да, ну, слабенькие. Да, а мне, как заявляли, говорит, Абрам, говорит, ближний свет фар даже можешь не включать. Они так лупить будут. Вот интересно, как они сейчас будут гореть. О, что-то есть. Ну, по крайней мере, горят-то горят, а вот... Не, ну, он же вот такой. Ага, ну, неплохо так лупит. Ну а пока мы уже доделываем здесь все работы, чуть позже будем смотреть Бокс 167. Есть группа в Инстаграме, есть еще свой собственный канал, где сейчас они делают интересный проект под названием ВАЗ-2114. И бюджетными средствами сначала прошумели машину. Это примерно 8-9 тысяч. Все сами делают, все рассказывают, показывают доходчиво. И вы можете сами это все повторить. Сделали музыку. Все делают, пацаны, бюджетно, своими руками, чтобы любой смог повторить, любой смог то же самое сделать. Получается вот такой вот сабвуфер. Сейчас включали, очень достойно играет. Машина вся в шумке, в одном из роликов я уже показывал, в разобранном состоянии. Сейчас все собрали, шумка просто изумительная. Когда дверь открываешь, закрываешь, она
вообще просто открывается. Звук, смотрите, какой, как у танка, да, такой сразу. Два-три слоя шумки. Пока Макс побежал за телефоном, чтобы подсоединить это все дело, нам музычку показать, как работает. От души, пацаны, это не реклама, знаете, не денежная реклама. Просто от души прошу, перейдите, подпишитесь, оставьте привет от Абрама, напишите. Ну, короче, кому интересно будет, смотрите, следите за проектом. Ссылку вы найдете в описании, либо Box 167, запомните. Переходите, подписывайтесь и смотрите годные видосики. Бюджет вот это чисто без шумки вот этой всей системы, потому что многие напишут: о, у меня лучше играет, ты же знаешь, так. Это нет, даже 12 ровно вышло. 12 000 рублей, пацаны. Сейчас, допустим, начнешь хороший усилок покупать, один усилитель только стоит 12 15 20. У нас активный сап, он уже вместе с усилком, мы на этом, грубо говоря, сэкономили. Угу. Так что я думаю, проект будет интересный. Вы и внешку, скорее всего, потом, да, со временем будете делать, и салон в планах. Ну, короче, ребят, про четырку, я думаю, сюда будет интересно посмотреть. Тем более пацаны делают своими руками, стараются и стараются рассказывать вам. Подключение туманок идет полным ходом. Постоянно как Вове не приезжаешь, он как себе делает. У него гофра такая хорошая, есть все заизолировано, все красиво. Проводов практически не видать. Смотрите, все в гофрочке, в какой спрятано. Туманочка одна здесь, чпонька вторая там. Сейчас покажем, как горят старые туманки, которые я покупал чисто, чтобы дырки закрыть. Отверстие. Ну вот, ни о чем, просто и рассеиватель стрёмный, и свет стрёмный, и вид никакущий. И за них я отдавал косарь, по-моему, за две штуки. Сейчас вроде бампер уже закрепили получше, у меня здесь вот был очень плохой зазор. Сейчас вроде все стало на свои места, немножко подсверлим, потому что где вот крепеж под номером, он немножко ушел. Зато здесь все четко, здесь четко, решетка четко встала. Ну все, ребят, наконец-то наши работы подходят к завершению. Осталось ключевое, такое самое, знаете, интересное, это лишить фару девственности. Снимаем защитную пленочку, по зазорам выставили, все идеально. Теперь сочетание, знаете, спортивный, агрессивный вид уже появился. С туманочек тоже снимаем. Запускаем все это. Сейчас это дневные ходовые огни наши новенькие включены. Ну вы сами, я думаю, видите, как это все четко. Теперь я включаю габаритки. Та-дам! Ближний свет фар. Включаю туманки. И аварийку. Мне кажется, все круто. Если выключить ближний свет фар и ездить вот так вот на туманочках, правильно мне говорили в компании RS Motor, говорит: Денчик, туманки так лупят, что ты можешь ездить, даже не включая ближний свет фар. Смотрите теперь, какая агрессивная у нас морда. У нас был звук Subaru Sound, а морда сейчас у нас а-ля Audi. Ну реально, сейчас вот смотрю, ну не пушка ли? Пойдемте по задней части автомобиля еще быстренько посмотрим. И ну у нас тут все диодно, я уже показывал, смотрел. Подсветка номера, диодные стоп-сигналы. Ну сейчас вот уже хоть какой-то есть внешний вид. Мы не все сделали. Уберем потом рыжие поворотники, когда подключим зеркала, это чуть позже. Ну еще по мелочи, может быть, что-то доделаем. Но в основном теперь внешка готова. Вот такая машина, какая задумывалась, у нас в принципе получилось. Гаси свет. Это у нас сейчас чисто на туманках. Получается, он немножко дальше от машины на метр начинает светить. Ну и сейчас ближний свет фар. Ну стало однозначно намного лучше светить. И ну, внешний вид уже совсем, как говорится, другой. Сейчас
конкретно в замешательстве. Не пойму, то ли у меня Гранта, то ли Брабус, то ли Ауди, то ли Субару. Я уже просто запутался. Ну газ жмешь, вроде Брабус. Спереди смотришь, вроде Ауди. Под капот залазишь, каталик смотришь, Субару. Да елки-палки. Едем сейчас на мойку самообслуживания. Хочу еще раз посмотреть уже чистую машину. Хоть это бесполезное занятие в такую погоду, но в любом случае тачка преобразилась. Тачка стала круто наконец-то выглядеть. По салону нас ждет уйма-уйма всего. Планов тоже очень много. Так что, пацаны, ждите, будет интересно. Ребят, неплановое включение, извиняюсь, что так, но вы сами должны понимать. Против погоды не поспоришь. Но машина, ребят, на самом деле очень классная получилась. Все шею сворачивают. Когда мы намыли, тем более, с этим бампером, с этими фарами, вот сейчас тут по-настоящему круто сочетается. Бандиточка пацанская получилась. Сейчас я включаю туманочки и габаритки. Это габаритки... Ну, Audi, Audi TT как минимум. Лупят они, пацаны, мама, не горюй. Не зря мне говорили, они супер мощные. Теперь у нас по цветам еще все одинаковое, все беленькое. В ближний свет и в дальний я не стал покупать уже диодные, потому что они слепят встречку. Купил чисто, ну, под белые такие простенькие лампочки. И пойдет. Самое главное, что не желтая. Решетка радиатора наконец-то у нас уже доделана. Черненькая, строгая. Вот сейчас вот полноценный вид уже имеет. Честно скажу, имеет вид. Значок, который не бросается в глаза. Сабля окрашенная, черный цвет. Ну просто космос. Потом, конечно, мы еще сзади позанимаемся. Уберем шильдики, там где Лада, Гранта. Тоже сделаем под черный стиль. Но это уже потом и неправда, пацаны. В целом у нас получилось космос. Спасибо еще раз компании RS Motor, что такие замечательные запчасти так быстро мне прислали. И спасибо, что делают скидку как и мне, так и моим подписчикам. Сердце затревожило, сердце затревожило, затревожило. У руин нашей любви стою, кричу небеса, от безумия, от безумия. Спасибо, что смотрели эту серию. Пишите комментарии, как вам, зашло, не зашло, но это просто получилось отпадно. Вот сейчас я кайфую от этой машины, так что оставляйте комментарии, предлагайте еще идеи. Предлагайте идеи по салону, потому что совсем скоро мы начнем заниматься уже салоном. Подписывайтесь обязательно на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. С вами был, как всегда, Абрам. До новых встреч и всем пока.